На деньги, полученные из фонда, библиотека приобрела более 500 экземпляров новых книг и сейчас активно знакомит с ними своих читателей. Библиотекари всех абонементов подготовили книжные выставки, сопровождаемые ознакомительными презентациями. Больший упор мы делали просто на литературу духовно-нравственной направленности. Книги о человечности, о добре, о любви, о семейных ценностях. То есть то, что учит ребенка жить в этом мире, жить правильно. Новая литература разделена на три возрастные категории – для читателей до 7 лет, от 7 до 11 лет и для читателей от 12 до 16 лет. Все летние месяцы библиотека работает со школьными площадками. И именно в это время проходит ознакомление с новыми книгами читателей от 7 до 11 лет. В информационно-справочном центре оформлена красочная выставка с названием «Традиции. Духовность возрождения». Она посвящена в основном жизни преподобного Сергия Радонежского, который почитается как заступник земли русской, наставник монашествующих, покровитель русского воинства и особенно покровитель детей. Мне очень понравилась эта лекция. Лекция очень занимательная, интересная, тем более, что даже маленьким детям она очень понятна. Все прошло очень естественно, хорошо, красиво. Я обязательно возьму какую-нибудь книгу почитать себе домой. После того, как пройдут все ознакомительные презентации, ребятам будет предложено поучаствовать в конкурсе «Отзыв о прочитанных книгах. Мне понравилась эта книга». Сами читатели выберут самые яркие и запоминающиеся произведения, которые впоследствии будут прочитаны на Десногорском радио ДЛС-ФМ.